Уважаемые граждане Абхазии, дорогие друзья, перед выборами я обещал, что в середине президентского срока отчитаюсь перед гражданами Абхазии о том, чего нашему государству удалось достичь и на чем еще предстоит поработать. Прежде чем начать нашу сегодняшнюю встречу, хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны с сообщениями о ситуации с электроснабжением. Нештатное отключение электроэнергии принесли массу неудобств гражданам нашей страны. Всем известно об аварийной ситуации, сложившейся на линии Ачигвара. Для устранения причин аварии были приобретены необходимые материалы. Оговорен переток электроэнергии на период ремонта. Начаты ремонтно-монтажные работы, которые велись с опережением графика. Однако, по независящим от нас обстоятельствам, переток был завершен на 15 дней раньше запланированной даты. К сожалению, ремонтную работу в полном объеме завершить не удалось. В настоящее время согласовывается новый график проведения ремонтных работ, завершение которых произойдет в ближайшее время. Временное отключение электроэнергии производится для того, чтобы специалисты сумели завершить необходимые работы в отсутствии перетока электроэнергии. Столь же важным вопросом, актуальным в связи с происходящими в мире событиями, является вопрос обороноспособности нашей страны. Хочу вас проинформировать о том, что руководством страны предпринимаются все необходимые меры по повышению военной безопасности нашей Родины. Меры организационно-штатного характера, повышение уровня мобилизационной готовности, обеспечение вооруженных сил дополнительными видами вооружения и специальной техники, материально-техническое обеспечение. Все остальное не считаю возможным говорить публично. Прошло 2,5 года со дня моего вступления в должность. Они были непростыми. Прежде всего потому, что наша страна, как и весь мир, столкнулась с эпидемией неизвестной ранее коронавирусной инфекции. На преодоление этого кризиса были брошены все наши силы. И я хочу поблагодарить тех, кто помогал бороться за здоровье граждан, наших врачей, волонтеров, предпринимателей и всех неравнодушных жителей и друзей Абхазии. Мы сумели выстоять и должным образом дать отпор этому невидимому, но очень опасному врагу. В течение 1,5 лет были серьезные ограничения наших контактов с окружающим миром по всем направлениям и на всех уровнях. Несмотря на связанные с пандемией сложности, мы двигались вперед. В 2021 году впервые за послевоенные годы мы перевыполнили планы по доходам государственного бюджета. Имеются все основания быть уверенным, что и в этом году тенденция сохранится. Увеличивающиеся возможности нашего государства, которое в первую очередь должно выполнять свои социальные обязательства перед народом, позволили нам оказать адресную помощь более чем 8,5 тысяч нуждающихся граждан. На эти цели уже направлено около 700 миллионов рублей, и мы намерены последовательно увеличить эту сумму. Адресную безвозмездную помощь для решения различных жизненных ситуаций получили 7 тысяч наших граждан. Более 1 тысячи граждан получили средства на осуществление безотлагательного лечения за пределами Абхазии.